Друзья, привет! В этой серии будем делать тормозные трубки. Я это ни разу не делал такое, поэтому мне уже самому очень интересно. И сразу будем тестировать вот такие инструменты. Это я заказал в eBay. Вот, сейчас посмотрим. В этом комплекте были и вот такое. Это гнуть трубки, потом обрезать, это прессовывать. Ну, а здесь, видно, зажимать. Потом я взял вот такой инструмент. Это, к сожалению, не мой инструмент. Я его одолжил в магазине. Он стоит, если покупать, где-то 48 евро. Ну, 50 евро. Дорого. Но, как я понял, он работает 100%. Потом я еще взял вот такое. Почему? Потому что, вот видите, это оригинальные с BMW, такие коротенькие. И видите, они очень резко согнутые. У этого слишком большой такой бугл. Поэтому, видите, не идет. Из-за этого я сразу купил другой инструмент. Он стоил 12 евро. И им можно такие резкие повороты делать. Этот инструмент стоил где-то 17 евро вместе с этим, все вместе. Производитель, нигде ничего не стоит. Это BGS, а это тоже BGS. О, это та же самая фирма. Окей, ладно. Будем пытаться делать, посмотрим, что получится у нас. И еще раз говорю, я это ни разу еще не делал. Если эти таких две штуки получится, тогда я буду делать тормозные трубки на моем черном гольфе. Как вы знаете, я там переделал на дисковые. Из-за этого трубки оригинальные слишком длинные. Я их погнул, выглядит некрасиво. Все работает, но некрасиво. Поэтому хотел тогда там немножко сделать все аккуратненько. Но сначала пытаемся сделать здесь. Ладно, погнали. Попытаемся сделать таким инструментом. Блин, он выглядит как-то не очень внушительно, я сказал бы. Так. Так, как я понял, вот так. Видите, чтобы немножко вот так торчало. Чтобы было материал, что мы можем прессовать. Так. Важно это очень хорошо сжать. Потому что, когда я первый раз пытался, она просто проскальзывала, когда начинаешь давить здесь. Вот видите, это самая маленькая, которая была. Короче, засовываем вот сюда. Потом вот такая пресса. Она вот сюда вставляется. Вот видите, так стоит. Ну, теперь крутим. Блин, неудобно. Ну все, вот. Впритык уперлась. Теперь откручиваем. Смотри, как закрутил крепко. А? Вау, смотрите. Какая фигня. Я уже вижу, что это ничего не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, у меня первый раз, когда делал, то же самое. Смотрите. Сначала, что здесь видно, что некрасиво. И так тоже нехорошо, потому что она здесь будет корродирована. Это надо опять красить. Это не оптимально. Здесь все такое обшорканное. Потом, видите, какой конечник. А должен быть вот такой. Разницу видите, это капитально. Она шляпку не делает такую хорошую. Короче, сейчас
Попробую еще третий раз. Если третий раз такая же фигня у нас, попробую еще больше материала торчать. Посмотрим, как там будет выглядеть. Так, друзья, вот третья попытка. То же самое. Должна вот такая. Я не знаю даже, она будет работать вот такая или нет. Не знаю. Короче, друзья, итог этого инструмента. Инструмент. Блин, не знаю, как слово даже сказать. Если один из 10 пунктов давать, я бы даже ему, наверное, 2 пункта не дал. Потому что, ну, пункт дал бы то, что вот это работает. То, что он может обрезать. Да. То, что вот это гнет. Еще один пункт. Да. 2 пункта, а это ничего не работает. Вот эту, наверное, оставлю. Знаете почему? Иногда что-нибудь спрессовывать маленькое, ну, может быть, пригодится. Но не для этого. Поэтому ее оставлю. А остальное, вот это все мусор, это все вон в металлолом. Выкинул эти деньги зря. Теперь сейчас будем пробовать хорошие инструменты. Попробуем сначала опять кусочек обрежем. Попытаемся, как он делает шляпки. Если все получается, то тогда будем уже гнуть хорошую и уже ее прессовать. Там до этой маркировки надо ее ставить. Вот внутри, не знаю, видно, нет? Вот до нее, до вот этой линии двигаете. Теперь закручиваем. Блин, друзья, мне так интересно. Выглядит инструмент так простенько. Это я у нас, как всегда, в магазине занимаю. Там, где я запчасти покупаю. Они мне за бесплатно дают на пару дней. Это кайф. Поэтому, если есть возможность, почему бы мне не взять. Так. Закручиваем теперь вот этот болт. Ключ на 17. Ну все. Блин, так интересно. Офигеть. Короче, даже нечего сказать, вы сами видите, какая большая разница. И это делалось так просто. Сейчас вот, например, поставим, как вот это выглядит. А выглядит должна вот так. Видите, хорошенькая шляпка должна быть. Так, теперь вот ставим, которую сейчас прессовали. Круто. Так что можно делать. У меня шляпка немножко еще толстоватая. Наверное, можно немножко побольше ее прессовать. Ну а так, все. Офигеть, классно. Короче, надо денежки подкопить и тоже такой инструмент взять. Потому что какие у меня планы на будущее, такое придется частенько делать. И такое неплохо бы такой инструмент дома иметь. Так, ладно, тогда знаете что, тогда начнем, обрежем примерно. Я ошарашен таким результатом. Вот старая. Вот наша новая. Почти один к одному получилось.
Это может минимально что-то так. В конце тоже очень красивая шляпка у нас. Это так просто. Друзья, я это первый раз делал сейчас. Первый раз, ни разу не делал. Так, вот, смотрите. Все круто. Конечно, 100% мы узнаем только тогда, когда это все будем ставить. Но я думаю, должно все работать. Но ставить будем тогда уже, когда все отпескастуем, покрасим. Ну а примерно, смотрите, вроде так все сходится. Считаю все очень простенько. Может это каждый. Так что не бойтесь, вообще ничего не бойтесь. Если у вас две здоровых рук и они растут из хорошего места, то тогда это может ну просто каждый сделать. Так, друзья, теперь вот мы находимся в гараже, где стоит наш черный Golf 2. И вот эту трубку, которую хочу сейчас сделать немножко покрасивее. Посмотрим, получится. Она очень сильно согнута, поэтому я боюсь, что она может лопнуть. Тогда придется вообще заново все гнуть. Поэтому, друзья, желайте удачи. Надеюсь, все получится. Так. Отрезаем. Так, опять все до вот этой полоски. Как мы здесь немножко разлили тормозную жидкость, она очень агрессивная. Если вот сюда на краску, это все будет отваливаться. А чтобы это нейтрализовать, мы сейчас нальем немножко водички. Вода нейтрализует это все. Все, друзья, сделали. Теперь все красивенько. Теперь надо немножко понаблюдать у нас, чтобы ничего не капало. Ну а так все получилось нормально. Конечно, это здесь не идеальная такая линия. Я немножко все-таки боялся выровнять, а то лопнет. В принципе, пойдет. Если мне когда-нибудь будет скучно и побольше времени, я, может, все-таки вот эту всю переделаю и делаю всю новую. Но пока пойдет, главное теперь у нас не болтается. Все, друзья, у нас все теперь готово. ТО мы сейчас точно пройдем. Другую сторону сейчас тогда начну тоже делать. Но это уже показывать не буду, это уже никому не интересно. Так что, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну и до следующего раза, всем пока. Так, ну и под конец еще вот хотел показать. На том дешевом инструменте, смотрите, какая она здесь вся обтертая, поцарапанная. А смотрите, как она здесь. Классно, видите? Разница, ну просто большая. Ладно, все, всем пока.